Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Более 10 тысяч сторонников объединения Молдовы и Румынии собрались на митинг в центре Кишинева. Акцию приурочили к столетию присоединения Бессарабии, нынешней Молдовы, к Румынскому королевству. С начала года более 100 молдавских городов и сел подписали символичную декларацию об объединении с Румынией. Нам обещают, что мы будем интегрироваться в Евросоюз. Но кроме Румынии нас там никто не ждет. Бессарабские румыны либо найдут свое будущее в Румынии, либо не найдут нигде. Поддержать митинг приехал бывший президент Румынии Троян Басеску. У Румынии были две главные цели. Первая – безопасность, поэтому она вошла в НАТО. Вторая – повысить благосостояние румын. Поэтому она вошла в ЕС, который гарантирует процветающее будущее. Третьей целью может быть только объединение с Молдовой. В 19 веке до присоединения к королевству Румыния Бессарабия была частью царской России. В 1940 году Румыния под давлением снова уступила Москве Бессарабию и Северную Буковину. В результате образовалась Молдавская республика. Я румынка, у меня есть румынский паспорт, я родилась на берегах Прута. У нас есть родственники в Румынии, и я не хочу, чтобы нас что-то разделяло. Я хочу, чтобы мы объединились. Мы хотим более достойной жизни, но в первую очередь мы одна нация. Мы одной крови, у нас один язык и одна культура. Президент Молдовы ранее призвал жителей страны не участвовать в мероприятиях, посвященных столетию объединения с Румынией. В целом митинг прошел мирно, но полиция задержала около 20 человек, у которых нашли маски, ножи и противогазы.